Здравствуйте, друзья! Решила сегодня приготовить десерт. Десерт из апельсинов или любых фруктов или ягод, можно даже брать замороженные, кефира или кислого йогурта, меда и желатина. Десерт простой, полезный и вкусный. Я очистила апельсины. Апельсинов у меня в очищенном виде 500 граммов. Сейчас я их нарезаю на кусочки. Я это делаю для того, чтобы легче работалось с блендером. Нарезаем и складываем в глубокую миску. Апельсины мы нарезали. Сейчас нам надо подготовить желатин. У меня листовой желатин. Я взяла сегодня 14 граммов желатина. Листики разрезаем пополам и отправляем в ледяную воду. Пусть полежит минуты 2-3. Тем временем надо измельчить апельсины. Измельчаем блендером. Друзья, измельченный апельсин выкладываем в сотейник. Сотейник ставим на плиту. Нагреваем кастрюльку. Вводим сюда или сахар, или мед. У меня это 2 столовые ложки меда с горкой. Размешиваем. Доводить до кипения мы не будем. Апельсины с медом. Нагреем содержимое где-то до 60-70 градусов. Когда почувствуете, что мед полностью растворился, а у меня он густой, тогда введем желатин. Желатин у меня полностью разбух. Отдавливаем лишнюю воду и вводим в апельсиновую массу. Желатин должен полностью раствориться. Выключаем газ, не доводим до кипения. Масса нагрелась до 60-70 градусов. Размешиваем. Берем миску, выливаем в нее 500 мл кефира или кислого йогурта. И в отдельную тарелочку набираем пару ложек кефира и пару ложек апельсиновой массы. Соединяем, вводим в кефир, перемешиваем кефир с добавленной апельсиновой массой. Ну и теперь соединяем кефир вместе с апельсиновой массой с желатином. Выливаем оставшуюся массу, все смешиваем. Теперь берем блендер и все хорошо перемешиваем блендером. Нам осталось наполнить стаканчики или креманки в будущем желе. Стаканчики отправляем в холодильник на пару часиков для того, чтобы желе стабилизировалось. Друзья, прошло пару часиков, я достала из холодильника готовое желе. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Нежный красивый цвет, вкрапление сегментов апельсина. Желе прекрасно держит форму. Ну и попробуем на вкус. Бесподобное охлаждающее желе с кислинкой и цитрусом у нас получилось. Приготовьте такое желе своим родным и близким. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ну и пока-пока!